30 апреля 2024 года. Полезу на колокольню. Купил билетик. И сейчас туда полезу. 9 часов утра, 9:20. Но народу уже достаточно здесь. Все, вот туда и дальше. Колокольня. Такая вот лесенка. Полез. Это первая площадка, где можно постоять, отдохнуть. Полез дальше. Вон там фрески появились. Все, вот. Залез я на колокольню. И вот эти фрески. Это вот выход такой сюда. Вычерк, очень сильное течение. Там паром. Второй паром. Островок. April 20, 2024 года. Соль-Вычегодск. Река Вычегда. Панорама Соль-Вычегодска. И сейчас надо ударить в колокол и загадать желание. Веденский собор. Вот еще раз он помельче. Это у нас фрески Благовещенского собора. И там за маковками Спаса Обыденная церковь. В общем, супер. Крупнее. Ну и вот вход, усыпальница Строгановых. Там экспозиция по Соль-Вычегодску, по району и как делать соль. 30 апреля 2024 года, Соль-Вычегодск.